Есть такая история, как был один человек, его звали Калидас. Он был слугой богини Кали, материальной энергии. Вот ему нужны были лимузины, бриллианты, доллары, сексуальная привлекательность, ну, мускулы, ну все, в общем, все, что надо, ему нужно было. И вот он культивировал гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество. Потому что, чтобы все это получить, вы должны быть только такими. Иным образом такие ценности получить очень сложно. И вот этот Калидас встретился со своим другом. А друг, он был вот как раз бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность. И когда Калидас увидел своего друга, с которым они так давно не виделись, они вместе были в одной среде, но пошли двумя разными путями. Этот человек пошел этим путем, божественным освобождением, а тот человек пошел путем культивации невежества. И когда они встретились, взглянув на этого человека, Калидас привлекся им. Как вы думаете, вот если бы такая личность была вот бесстрашие, очищение своего, вы бы привлеклись ей? Хороший человек? Или бы вот этим привлеклись? Гордым, высокомерным, тщеславным, гневным, грубым и полностью тупым. С кем бы хотели пообщаться? Смотрите, все понятно. Конечно, с таким. И также Калидас, когда себя рядом с ним поставил, пообщавшись, он подумал, боже мой, какая великая личность. У него ничего нету, вроде бедный, но он богат своими качествами. И он так привлекся им и стал ему завидовать. Зависть – это тоже такое качество, очень божественное. И он стал завидовать неплохим его качествам, а стал думать, он лучше меня. У меня есть все – богатство, деньги, власть, почести – у него нет ничего, и почему я ему завидую, он не мог понять. Потому что у него всего этого нету, и он счастливее меня. И он так сильно стал ему завидовать, что даже предался ему. И он сказал ему, послушай, как ты таким стал? Он сказал, это милость Кришны. Он сказал, ты о чем? Он сказал, ну в смысле милость Бога. Он говорит, так Бога же нет. Он сказал, ну для одних нет, кто-то его видит, кто-то не видит. Он сказал, нет, ты дай секрет, вот скажи мне секрет, я могу таким стать, как ты? Он сказал, да, можешь. А вот я могу таким стать, если все оставлю свое, вот ни от чего отказываться не буду. Он сказал, да, можешь даже все свои качества с собой оставить, тебе нужно только одно качество. Он сказал, какое? Дай мне слово, что ты будешь делать так, как я тебе скажу. Он сказал, и ты мне не скажешь отказываться от богатства, а там от... Нет, он сказал, я тебе не буду говорить об этом. Я тебе просто скажу кое-какие вещи, которые тебе надо будет делать. Пока я тебе не скажу, прекрати. Он подумал, и что, у меня будут вот такие качества, как у тебя? Я буду такой же счастливый. Еще плюс вот это все, что у меня есть. Видите, он такой хитрый был. Как бы так вот, на двух стульях, так сказать. В двух лодках одновременно переплыть он хотел. И тот человек, он сказал, да, нет проблем, почему бы нет? Я сделаю, у тебя все это останется, и плюс ты вот будешь такой же. И он подумал, ну поскольку я знаю, что он никогда не обманывает, глупый, видимо, то я ему поверю. Потому что он так, тот Калидас думал, по своей глупости он так думал. Калидас думал не про свою глупость, он говорил так, судя по его правдивости, он очень глупый, поэтому ему можно верить, потому что он говорит всегда правду. И он успокоился и подумал, раз он так сказал, значит 100% так и будет. И он подумал, вот глупый. И он сказал, говори. И он сказал, я тебе буду говорить поэтапно. Он сказал, давай. Чтобы первую половину тех качеств развить, которые у меня есть, вот ты видел, делай так. Ты должен пойти святой город, где живут вайшнавы. Он сказал, кто такие вайшнавы? Ну, это те, которые про Кришну все время говорят, поют там, знаешь, подпрыгивают, руки кверху подбрасывают. Ну, вот эти-то, знаешь. Он сказал, а эти-то бездельники-то ходят, да, целыми днями. Хари-хари. Он сказал, во-во-во-во-во-во-во, они-они. Которые ходят, простынями закутались, хари-хари.
пьют напиток из редиски, носят бусы на шее, кушают птичью еду и все в экстазе всегда. И никто не может понять, от чего. Вот иди найди их, как город, в котором они живут, и собирай с их ног пыль и помещай себе на голову. Чем больше ты соберешь, потом я тебе расскажу следующий этап. Он сказал, да я что, так, дурачок что ли? Мне что, тут пыли не хватает что ли? Он, смотри, тут сколько народу, давай я тут пыли насобираю, хоть закопаюсь в нее. Он сказал, нет, ты должен собирать пыль со стоп вот этих вот хари-хари. Кришна-Кришна, Рама-Рама. Ты же сказал мне, что ты будешь делать так. И смотри, разве я тебя попросил оставить богатство, жену, детей? Ты только должен делать это. Это твоя работа. Он сказал, ну хорошо. Но смотри, сказал он. Ежели обманешь. И так он пошел в один город. Этот город назывался городом вот ваше божество. Нилачала это был. Джаганатхапури. Где вот такие божества стояли. Вот у вас почти что Джаганатхапури. Итак, да не почти что, а проявился он. Итак, этот Калидас, он отправился в Джаганатхапури. И перед этим он спросил, а где такой город, где эти хари-хари? И он так стал думать, где-то я видел. Он сказал, ну ты думай сам. Ты же сказал, а вот эти, которые хари-хари. Ты где их видел сам-то? Он говорит, да вот как-то в Джаганатхапури торговать ездил, там их вообще куча целая. Бездельников. Он сказал, вот давай туда и отправляйся. И Калидас туда отправился. И он, представляете, вот как вот, увидел человека с тилакой, уйдет, хари-хари, Кришна-Кришна поет, хари-рама. И вот первый, как вот, подойти к человеку и сказать, дай ногу. И он так долго думал, что же сделать-то, как вот это сделать. И он так раз подошел к одному. Он сказал, ты извини меня. Он сказал, да, я слушаю вас, господин. Он говорит, да ладно, подожди. Он сказал, что? Он сказал, я даже не знаю, как тебе сказать. Ну, ты не мог бы мне ногу свою показать? Он говорит, а что случилось? Что-то у меня с ногой что-то? И так на ногу начал. Не, вот там у тебя что-то. И он был такой хитрый. Он сказал, у тебя там прилипла моя монетка. И тот человек, он так ногу поднял. Он говорит, какая монетка? Он поднял так ногу. И он вот-вот и прикоснулся и взял эту пыль. И сказал, ну нету, извини. Тот человек так на него посмотрел. И он, а он же не будет при нем мазать себе голову. Он так держит в руке. Ну иди. А тот человек стоит, смотрит. А он ему говорит, иди отсюда, вон, хари-хари, давай. Кришна-Кришна и прыг. И человек пошел, так на него смотрит, думает, странный какой-то. Очень необычная личность. И когда он отошел, тот раз подошел, там за угол зашел. И так он с таким, ну представляете, с чьей-то ноги там это. И он думает, ну он дал мне, вот, а. И он так взял так. Ой. И побежал руку мыть. И он про себя думал, ну он сказал, что это моя работа, и чем больше я насобираю, тем я быстрее смогу дальше получить. И он подумал, ну да, если я так буду собирать, ничего такого хорошего не произойдет. Я обещал, он дальше подходит. И он так начал. Но быстро уже люди распознали, что он делает, и все стали обходить его стороной. И он стал потом уже думать, надо, время идет, что-то мало насобирал. Ничего не чувствую. Он собирает и ничего не чувствует. Хороших качеств не находит в себе. То есть он чувствует, что-то жадность его, так сказать, жалко все время, думает всякие привязанности. И он просто стал гоняться уже. Как видит какой-то, он сразу бежит, хопа его за ноги. И оп на голову. Те говорят, Прабу, вы что? Он говорит, молчи, иди. И он так за людьми стал гоняться. И быстро по Джаганатхапури разошлась вещь, что появился какой-то сумасшедший. Всех хватает за ноги, так сказать. И как только его на улице видели, сразу все раз, обходили и на другую сторону. А он так по улице, значит, так всех ловил. Но ничего с ним больше, кроме этого, не происходило. То есть все стали его всяко-разно критиковать, все считали его сумасшедшим. Но он продолжал, так сказать, идти этим путем.
И вот как-то раз он думает, ну я сейчас сразу получу, разом. А вы знаете, да, такие люди очень бизнесмены, они знают, как разом все получить. Так он что-то бегал от одного к одному, за ноги хватал. И он так сел, крепко подумал и вычислил ту дорогу, по которой все вайшнавы каждое утро ходили в храм. И он засел там в кустах. И он вспомнил, что нужна пыль с их стоп. И когда они шли гурьбой, такая куча пыли поднималась. И как только они проходили, он разбегался и хоп, туда в эту пыль нырял. И себя с этой пылью, а все, и весь он. И он так делал каждый день, но никаких качеств не появлялось, ничего. И он даже перестал мыться. Он думает, может быть, я смываю, поэтому ничего не работает. И он стал похож такого на негра, черный весь, потому что уже несколько дней он не мылся, он весь черный. Одни глаза у него и зубы только, и все. И уже когда он появлялся, люди, так сказать, от него как от привидения шарахались. И вот один раз, когда все проходили опять в храм, он как-то разбежался, нырнул. И когда он нырнул в пыль, вдруг что-то в его сердце так сильно заныло, и он стал задыхаться. Он стал задыхаться, что такая боль в сердце началась. И он стал задыхаться. И вдруг он начал видеть какие-то фрагменты, какие-то статуйки, какие-то что-то так. И так ему захотелось плакать. И он вдруг так горько заплакал. И он стал в этой пыли кататься и думать, боже мой, я же животное. Как я все время жил? Кто я такой вообще? И он стал таким. И от того, что он так думал, сердце его стало разрываться от жалости к себе, к тому, что он так бесполезная такая личность, как дурак сейчас прыгает в этих в грязи в какой-то. И он так стал плакать и подумал, боже мой, я же никогда ничего хорошего не сделал людям. Ничего вообще. И в этот момент вдруг он смотрит, идет его друг этот. И он говорит, о, ты здесь. И он такой весь черный, грязный, глаза в слезах весь. И он говорит, о, я вижу, ты достиг большого успеха. И он уже ему говорит, о, здравствуй. Он говорит, ты что это такой? Он говорит, да что ты, я куда? Куда мне до тебя? Он говорит, а как же твое богатство? Он говорит, да какое богатство? Как я живу? Как... Я же вообще животное. Он говорит, о, я чувствую, ты совершил прогресс. Он говорит, да какой прогресс, ты что? Вот я посыпаюсь, никаких хороших качеств абсолютно, никаких не получается. Он говорит, вот так, перейдем тогда к второму моменту. Он сказал, так что, это не работает? Он говорит, ну нет, это работает. Это работает. Перейдем ко второму этапу, он говорит. Он говорит, к какому? Что еще? Чем еще обсыпаться? Он сказал, все, иди вымойся, теперь другой этап. Ты должен доедать объедки пищи, оставленные этими людьми. Он сказал, ну это уже ты что-то слишком... Это что, я чужие объедки должен есть, что ли? Он сказал, да. Ты же хотел. Я тебе сказал, будешь меня слушаться, все будет хорошо. Он сказал, а, тут пыль уже обсыпался, и так все думают, что я чокнутый. Ладно. Объедки так объекты. Чего тут уже? Тем более меня все, говорит, уже знают. Никто не удивится. Объедки так объекты, уже терять нечего уже. И он стал выслеживать, где едят эти люди. И когда он появлялся, все так раз сразу. И он с разбега подбегал. Хоба, под нос. Или там эту тарелку эту из банановых листьев тарелки. Он хватал и бегом бежал. И люди на него смотрели. И он все это по дороге ел быстро. Чтобы его не догнали, не отобрали. И он так стал прославленным, сумасшедшим, так сказать, по поеданию этих объедков. Он так делал каждый день. И когда-то сделали так, что его стали отгонять. То есть вайшнавы, узнав, что есть такой человек, они таких здоровых мужиков нанимали. И когда все ели, эти здоровые мужики с палкой стояли и так смотрели. И когда он появлялся, они так на него шли с палкой. И он не знал, вот как. И несколько дней он не мог даже подойти к ним. Даже когда остатки пищи, они куда-то шли и куда-то там бросали. И эти мужики, они его не пускали туда даже. И он как-то раз высмотрел место, куда все это сбрасывают. Такая, ну, яма как помойная. И он подумал, ага, все хорошо. И он спокойно уже, все едят, он в другом месте лежит. О,
он лежит на солнце, там Махадатхи, Индийский океан, он лежит, загорает. Ну, все, все понятно. И вечерком он к этой помойке идет, садится, полная яма, остатков, землей посыпано, землю разгребает и вперед. И до утра он ест, 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 ест. И так вот он стал есть, есть, есть из этой ямы. И вдруг в один прекрасный момент что-то с ним опять сердце заболело, что-то так... И он подумал, боже мой, как я живу? Что ж такое? Я же никогда даже Богу не молился, я подумал. Ой, боже мой. Ой-ой-ой. И так сердце его заныло. Он говорит, боже мой, я же всю жизнь был безбожником. В храм-то не ходил ни разу. Ой-ой-ой. И он так опять стал переживать. И у него такие переживания. И он опять разрыдался весь. И так он плакал. Так горько он плакал, что он бесполезен. Абсолютно бесполезная личность. И тут он увидел второй раз своего друга. И он подошел к нему и сказал, мой друг такой классный, а я даже ему ни разу не поклонился, подумал он. И когда друг подошел к нему, он поклонился перед ним и коснулся его стоп. И сказал, можно я хоть твоей-то пыли немножко на голову? Он сказал, да ты что, не надо. Но он взял. И он сказал, я бесполезен, я понял, что ничего со мной не получится. Он говорит, не-не-не, все нормально. Я даже вижу успехи. Он говорит, да какие успехи, шутишь? Какие успехи? И он так развернулся и хотел было пойти. Он говорит, нет, этот экзамен ты выдержал удачно, осталось всего одно. И все, и ты точно такой же, как я будешь. И он так на него посмотрел, он говорит, шутишь, да? Все шутишь. Эх, сказал он. Ну ладно уж, если последнее, что уж теперь, довершим. И он такой был грустный, разочарованный, наплакавшийся. И тогда он им сказал, теперь ты должен пить воду, которая омыла стопы этих людей. Он сказал, воду так воду. Для него уже бы не было разницы, пыль ей-то, от ветки. Воду так воду, хоть что выпью уже. Мочу выпью, кал съем, подумал он. Мне все равно уже. Я понял, что я бесполезная личность, подумал этот человек. Мне все равно, я бесполезная личность. И если мне надо быть поедателем испражнений, я стану поедателем испражнений. И он пошел опять к этим личностям. И он уже был умнее. И он знал, что возле каждого дома перед сном эти люди моют стопы. И там такая ямка перед каждым домом, где моют стопы. И он дожидался вечера. И вечером, ночью он начинал собирать воду из этих ямок и пить. И пил, стал такой, у него чуть ли не водянка не началась. Он пил, пил, пил. И каждый раз, когда он пил эту воду, он все время думал о том, что он никогда на самом деле, никогда не сможет продвинуться, что он полностью бесполезен. Каждый раз он думал об этом. И вот как-то в момент отчаяния уже, когда он понял, что ему бесполезно вообще что-либо, даже на что-то надеяться, он, как обычно, ночью стал ждать и заснул. И когда он проснулся, уже было время Брахма-мухурта, то есть это ранний час, когда все идут в храм Джаганатхи. И он увидел, что мимо него проходит какая-то огромная-огромная личность. Так, он никогда в жизни не видел, чтобы человек был такого огромного роста. И он так, первое, что его потрясло, что такой великан прошел мимо него, а рядом такой маленький с ним. И он так прямо у него сердце дернулось. Он думал, что это такой великан какой-то. И потом он так забежал вперед и посмотрел на него. И сердце его прямо так сжалось. Он увидел, какой красоты этот человек. Мужчина, высокий, молодой мужчина. Огромного роста, такого роста он не видел, чтобы кто-то был такого огромного роста. И вот красота лица потрясла, он был так красив, что он упал так на заднее место и так стал смотреть. И этот человек величественно шел к храму Джаганатхи. И в этот момент Калидас подумал, ой, вот Бог, наверное, вот такой. Если Бог есть, он, наверное, на него похожий. И потом он увидел у него в руке четки. И он подумал, о, так он тоже этот, от которого надо есть, пить. И он так за ним стал
сзади. Так, перебежит с одной дороги на другую, чтобы его не видели. Раз, перебежит на другую сторону. Темно, так, рассвет, они идут двое, и сзади такая фигура. Пшт, пшт. И этот маленький человек, слуга, он так поворачивается. И тут раз такой. Турист. И так они подошли к храму Господа Джаганнатхи. Этот человек выставил свою стопу, и слуга стал поливать на стопу воду. И все в Джаганнатхапуре знали, такой закон был, что когда этот великан моет стопы, никто в Джаганнатхапуре не имел права получить даже брызги этой воды. И все в Джаганнатхапуре это знали, кроме Калидаса. И как только стопу начал омывать этот слуга, вдруг между ног появилась. И вода со стопы прямо ему в ладошку. Потом она быстро исчезла. Этот великан взглянул так очень сердито и увидел лицо Калидаса. У него была такая внешность. Можете убить. Можете прямо сейчас убить. Разорвать. Этот великан посмотрел так на него и ухмыльнулся. Хм. И выставил вторую стопу. И когда вода полилась на вторую стопу, опять появилась ладошка. И опять с этой стопы вода прямо в ладошку. И великан резко повернулся, а он резко выпил. И опять тут. И великан сказал, ну это уже слишком. Он сказал, да, господин, сказал Калидас. И после этого, когда он выпил эту воду, что-то у него началось. Человек пошел и зашел в храм. Калидас сел и так горько заплакал после этого. Все в его жизни что-то начало все переворачиваться. И он стал думать, боже мой, всю жизнь я... Что я делал, чем я занимался? Я даже не знал, в чем смысл и ценность человеческой жизни. И он вдруг так стал думать, почему я никогда не ходил в храм? Что там в храме? Но почему-то в его уме стоял этот великан, этот прекрасный великан. И сердце его так заныло, и он подумал, я хочу еще раз его увидеть. И он стал ждать его. И вот по прошествии некоторого времени великан опять появился. Ворот, и он сошел с лестницы и посмотрел на Калидаса. А Калидаса? А мы тут вот сидим, сказал Калидас. И этот великан пошел. И Калидас такую сильную привязанность вдруг ощутил к этому великану, как будто бы какая-то сила потянула его за ним, и он побрел за ним. И все время, когда он смотрел на него, он вдруг стал думать, боже мой, я же этого человека так люблю, оказывается. Я же его люблю больше жизни, подумал он. Это не поддавалось анализу, он его видел только вот утром, попил немножко воды, и он не мог ничего понять. И так он за ним проследовал до его дома. Великан зашел в свою хижину, зашел слуга, а Калидас спрятался за деревом и стал думать, надо от него еще попробовать еды, остатки еды попробовать, от него надо обязательно попробовать пищи. От всех брал, от него никогда. И он спрятался за деревом и стал подглядывать. И этот великан, когда слуга принес ему пищу, великан так резко посмотрел в окно и увидел, как Калидас за деревом. И великан улыбнулся и показал, попробовал всего понемножку и показал глазами слуге. Отдай ему. Слуга сказал, как? Даже мне? Он сказал, отдай ему. Да кто он так? Отдай ему.
Слуга взял и так нехотя подошел к дереву, положил возле дерева. И говорит: «На!» Но Калидас за деревом, он думал, его никто не видит, он так сказал. И слуга сказал: «На!» И пошел. Калидас схватил эту тарелку и побежал далеко в лес. Он закрылся, он посмотрел, что никто бы, чтобы никто не мешал, он все это... Он туда руку погрузил. И первый кусок, к которому он прикоснулся языком, он упал в обморок. Сердце его стало лопаться. Он стал видеть картины какой-то непонятной, прекрасной реальности. Он стал видеть этого молодого великана, который был прекрасен. Он был совершенно в других одеждах. Но это был он! И рядом с ним он увидел девушку божественной красоты. Этот великан прекрасный стоял с флейтой и с павлиньим пером. И Калидас такую сильную любовь, разлуку почувствовал. И Калидас стал задыхаться. Он стал задыхаться. Сердце его стало останавливаться. И так Калидас получил милость верховной личности Бога, Шри Чайтаньи Махапрабху, Кришны. Этот великан, это был сам Шри Чайтаньи Махапрабху, золотая аватара Кришны, век Кали. История кончается тем, что Калидас получил према бхакти, чистую, не мотивированную ничем, любовь и преданность к верховной личности Бога, Шри Кришне. И эта история заканчивается тем, что описывается. Три вещи во Вселенной могут поднять любого самого грешного человека до чистой любви к Богу. Пыль со стоп вайшнава, остатки его недоеденной пищи и вода, омывшая его стопы. Любой, кто получит это, может быть спокоен.